Всем добрый день. Так, секунду. Так, 11:10. Всех приветствую! Как вы там поживаете? Налили ли вы себе кофейку, чайку? Или что там вы можете себе в это время понедельника позволить? Потрясающая погода, несмотря на то, что сентябрь. 1 сентября, 2 сентября – один из самых грустных дней в моей жизни. Никак не связано со школой нынче, а с окончанием потрясающего времени лета. Поэтому я не очень люблю, когда мне об этом напоминают. Первый день осени – это ужасно. Первый день зимы – ты еще раз лучше, потому что ближе к лету, чем первый день осени, согласитесь? Да, уже попили чаёк-кофеёк. Прекрасно. Знаете, что мы с вами сегодня обсудим? Вчера пришел большой публичный комментарий под один из моих постов на тему отношений. Да, кстати, нужно всегда вначале говорить, кто и что я, потому что есть люди, которые приходят на мой канал в Ютубе случайно, видят первый раз это видео и не понимают, кто это, что это. Я психолог, меня зовут Екатерина Лим. Я занимаюсь вопросами отношений, вопросом самоотношения к себе, как женского, так и мужского, то есть это вопрос самооценки. И также я работаю над темой предназначения, поиска себя и какого-то, собственно, поиска личностного смысла для каждого человека, живущего на этой земле. Это вопросы, которые мне понятны, интересны, и в которых я развиваюсь. И в связи с этим мы можем перейти к вами, к одному из таких вопросов, который вчера в ленту был задан. Сейчас я вам его найду, почитаю, и мы с вами его обсудим. Потому что я написала девушке, что есть возможность такая завтра нам, наверное, вынести этот вопрос в эфир. Это публичный комментарий, это не директ. Поэтому имеем право его обсудить. Публичный комментарий. Найдем сейчас его. Найти бы его, да? Ага, все, он найден. Настроение прекрасное. Надеюсь, что у вас такое же. Настроение, друзья, это самое ценное, что у нас может быть. Мы все в этой жизни делаем ради настроения. Согласитесь? Итак, смотрите. Сейчас почитаю такой большой комментарий. Девушка обращается ко мне с вопросом о своей жизненной ситуации. Сейчас я пока временно выключу ваши комментарии, потому что они немножко все-таки меня отвлекают. Смотрите, девушка под постом у меня в Инстаграме. Да, кстати, для тех, кто не понимает, куда я выхожу в прямой эфир, я выхожу в прямой эфир у себя в Инстаграме Екатерина_Лим. Легко найти, там я есть. Так вот, девушка хочет разобраться в своей жизненной ситуации. И мне кажется, что когда я сейчас прочитаю вам ее вопросы ко мне, то со стороны, когда слушаешь эти истории, то кажется, ну настолько ответ очевиден, настолько он понятен. И я воспользуюсь форматом нашего с вами общения и попрошу вас прокомментировать, что вы чувствуете, когда я читаю ее запрос, ее публичный комментарий?
что вы ощущаете, да, что вы чувствуете, что вы ощущаете, какие мысли у вас рождают и какие ответы вам хочется дать этой девушке. Но при этом все-таки я стараюсь на своем канале не жестить, очень стараюсь, поэтому мы будем это говорить в уважительной форме. Да, чтобы человеку, который обнародовал свою ситуацию, чтобы мы его с вами не травматизировали. Ну так вот, она говорит, что у нее есть ситуация, я не могу найти ее первое сообщение, но там суть в том, что «помогите разобраться в моей жизненной ситуации». А, вот, я вспомнила, все, долгое вступление, долго раскачиваюсь, долго соображаю. Значит, история такая, она говорит: «Мой молодой человек». Мы говорили с вами вчера про обиды. Помните? Мы говорили с вами вчера про обиды. И вот, как интересно, солнце ушло, и цветопередача стала голубовато-синей, да? Так вот, смотрите, мы говорили с вами про обиды, вчерашний был эфир, и на этом вчерашнем эфире поднялись разные темы, связанные с обидами. И в том числе она говорит, что ее молодой человек очень часто на нее обижается. Вот это вот гениально. Посмотрите, друзья. Девушка пишет мне такой вопрос. «Мой молодой человек очень часто на меня обижается. Скажите, пожалуйста, как на это реагировать и что может быть причиной такого его поведения?» И вот этот вопрос, вот представьте, вот он задан. Вы сейчас просто почувствуете всю, как бы сказать вам, не хочу подсказывать, но весь масштаб катастрофы, вот в этом вопросе масштаба катастрофы не то, что не видно, но какая-то ситуация, что какой-то молодой человек, и он как-то так вот обижается на девушку в разных ситуациях, да, и она не знает, с чем это связано, и не знает, как это быть. И вроде бы это сообщение о том, как бы ей с ним общаться так, чтобы он не очень обижался, да, то есть как будто бы запрос на это идет, что... Нам нужно понять чувства этого мужчины и как бы найти правильную коммуникацию с ним, чтобы его обида не возникала так часто, да? Но благо у психолога есть некий опыт, и он понимает, что информация может только такой казаться из первого сообщения, и что, конечно же, на приеме я задаю много встречных вопросов, чтобы не быть голословной. И это тот большой минус, который происходит у меня здесь с вами в эфире. Иногда я берусь отвечать на какие-то вопросы, не углубившись до конца в ситуацию, но таков формат. Это короткий вопрос, короткий ответ. Ответственность за тот ответ, который я вам дам, лежит в том числе и на вас, если вы ни хрена неправильно изложили свою ситуацию. Вот этот запрос девушки про то, что парень обижается и как быть, он настолько неправильный был сформулирован изначально. И, кстати, мой вопрос будет вам в том числе, побудьте, пожалуйста, психологами и скажите, как правильно-то ей нужно было задать вопрос? Вообще, о чем ей нужно было спросить вообще так-то? Итак, читаю. Когда я сказала, а можете ли вы конкретно привести примеры, то есть мой вопрос, она, парень обижается, я говорю, а вы можете конкретно привести примеры, в каких ситуациях ваш парень проявляет обиду? Вот это ж очень важно понять, потому что у нее одно представление, а ситуация может нам вообще другое показать. И вот что девушка пишет. Ситуация первая. Обижается, если не ответила на сообщение. Претензии, что он мне не нужен. Да, уже начинается более понятная картина. Ситуация вторая. Это вообще круто, сама девушка пишет в скобках. Высказывал мне претензии через 2 месяца после ситуации, что я когда-то в речи при шутках наших назвала его не оскорбительным, но ласковым эпитетом насчет его внешнего вида. Перефразировал мой ласковый эпитет и обижался 2 месяца, что я его назвала некрасивым. То есть парень что сделал? Он исказил какую-то ситуацию, на это обиделся и 2 месяца держал это в себе и вел себя, соответственно, как обиженный. Что неприятно, если ты там обиделся, но видишь себя как необиженный, ну и фиг с тобой. А когда ты как обиженный, то это совсем другая история. И мои чувства к нему... и обвинял в том, что мои чувства к нему неискренние на основе вот этого вот эпитета. При всем при этом внешне и чувственно
мое проявление к нему не поменялось. То есть девушка-то продолжила себя вести так же, как и раньше, но он уже обвиняет ее в том, что ее чувства к нему не искренние. Да? Мало ему того, что она к нему проявляет, очевидно. Эта обида была им не высказана, и все это время зрела в нем. А я 2 месяца не понимала, в чем дело. На вопросы, что случилось, ответ – ничего. Это вторая ситуация. Третья ситуация. Пока не пишите комменты, я их не вижу. Третья ситуация. Он одолжил, то есть не одолжил вообще-то девушке, вы путаете, одолжил денег – это дал вам в долг, а занял у вас денег – это взял у вас в долг. Он взял у девушки деньги в долг. Она сама предложила ему на время их дать. Затем стали появляться, вот это божественная история, затем стали появляться фото с другой девушкой, видимо, у этого парня в Инстаграме, да? Я попросила пояснить. Он пояснять не стал. Отстранился. На вопросы вернуть деньги, ответ, что обязательно вернет. Что через 2 недели, потом через 3 недели, потом еще через неделю. В итоге не отвечал мне 3 месяца. Мужчина не отвечал этой женщине, этой девушке. Вообще 3 месяца, исчез из ее жизни. Отдал деньги, когда она в очередной раз попросила, и поставил ультиматум. Он сказал на это, что обиделся, что я ему не поверила, что он эти деньги все-таки отдаст. Но мне было достаточно правильного объяснения ситуации, а он молчал. То есть, если бы он ей объяснил, в чем дело, почему не отдает, ей было бы этого достаточно. Представляете, как мало нужно человеку, чтобы достаточно. Он обижается, что она его не понимает, хотя сам не умеет вести общение. Получается так. Да, вот, друзья, вот такой публичный комментарий, запрос ко мне. Жду ваших мыслей на этот счет. Поделитесь, пожалуйста. Что вы в этом слышите, в этом во всем запросе, да? На какие вещи вы обращаете внимание? И как вам кажется, насколько корректно вообще девушка задает вопрос по поводу того, что делать, парень обижается? Одна девушка пишет, что у него патология. Так, ваше мнение принято. Хочу разные мнения собрать. Типичный манипулятор, как знакомо. Угу. Ваше мнение. Нарцисс. Есть такое мнение. Про девушку давайте. Господи, нарцисс и абьюзер. Бежать, роняя тапки. Манипулятор. Манипулятор чистой воды. Делает из себя жертву, чтобы развести на нужные эмоции. Типичный манипулятор. Он что, отомстил? Низкая самооценка у парня, он манипулировал. Девушка очень не уверена в себе, уважение к себе ноль. И ей нужен совет, как с ним правильно себя вести, чтобы он не обижался. А зачем она с ним? Ну вот, подходим к истине. Отправить его далеко надолго. Неизвестно, у кого еще большая проблема. Да, мне кажется, известно. Как тяжело с обидчивыми людьми, тем более парнями. Мучения, да. Вот ваш комментарий четко мимо. Жертва. Девушка – жертва манипулятора с проблемной самооценкой. Девушка с претензией на жертву. Он преследует девушку по всем статьям. Нужно как-то защищаться. Низкая самооценка – жертва. Девушка на крючке чувства вины. Ей вдолбил, и она ищет ответы. А что ее с ним держит? Вот. Молодцы. Что ее с ним держит, да? Что женщину держит в таких отношениях? Зачем она с ним, да? И как вы думаете, ей какие вопросы нужно психологу задавать? Какой бы вопрос вы посоветовали ей задать? Вот у нас сейчас такая мини-групповая терапия, но только, друзья, уважительно. Да, никого не оскорбляем и не обижаем. Девушка будет смотреть эфир. Девушка жертва, очень же занижена самооценка. Друзья, поймите, что у жертвы дело ведь не только в самооценке, да, потому что очень занижена самооценка, это типа она неуверенная в себе, бедная, несчастная. Давайте все-таки в ответственную позицию ставить людей, которые... Она что хочет? В каких фантазиях она пребывает? В каких фантазиях пребывает человек? Она пишет про него вопросы психологу, да? А он с ней не в отношениях. Вы обратите внимание. А она уже в одиночестве. Вот говорят, одиночество ее держит, боится быть одна. Так она не с ним.
Они вместе не живут, они не встречаются. Он вообще не общается с ней. У него жизнь с другими девушками. Почему я это проглотила? Вопрос девушки. Вот. Как выйти из этих отношений? А там нет отношений, друзья. Там они не вместе. Страх. Страх. Она видит причину в себе и пытается любыми способами ситуацию исправить, а ему это на руку. Да, правильно. Она берет причину на себя. Как вы думаете, зачем она это делает? Для чего девушка берет причину на себя в этой идиотической абсолютной ситуации, в которой ну, просто настолько очевидно, что кто здесь и что здесь, и кто здесь кем пользуется? А вопрос, почему я ему все позволяю, прощаю? Да, все правильно. Нужно такой задавать вопрос, а почему я прощаю такие вещи? Почему я позволяю ему? Иллюзии у нее насчет этого парня полные, стопроцентные иллюзии. Вот, зачем ей отношения с ним? Да, страх. Друзья, не надо все страхом объяснять, тут нечего бояться, потому что у нее ничего нет с этим парнем, он ей ничего вообще не дает, чего ей бояться, она с ним ни в семье живет, ни детей рожает, тут нечего бояться, это про другое. Страх и некоторую глупость человеческую тоже не нужно путать, это разные вещи. Там самообман очень большой, девушка живет на полюсе обмана себя и искажения ситуации с некой выгодой для себя. Понимаете, в чем дело? В чем идея? Он ищет выгоду себе через использование других людей, она делает то же самое. Она использует себя каким-то неправильным образом, чтобы получить эту выгоду для себя. Да? И посмотрите, она сама позволяет, предлагает ему дать деньги. То есть он даже не просил, он даже не додумался, что так может повести. Но девушка занимается тем, что сама ему предлагает эти деньги, и потом еще не понимает, почему к ней так плохо относится. То есть она что готова? Он ей не дает ничего. Она готова с ним спать, она готова его ждать, она готова его прощать, она готова что-то ему доказывать. Уровень его заинтересованности в этой женщине, даже если он манипулятор, по-моему, равен нулю. Но при всем при этом девушка продолжает вписываться в эти отношения. Она не, там даже не в отношения, а в эту связь, я бы так сказала. Она продолжает что-то пытаться с этим человеком иметь. Вот я бы так сказала. Да-да-да, что он в ней нуждается? Она захотела... Зачем она дала деньги? Зачем ты даешь деньги тому, кто не очень заинтересован в тебе? И тот, кто не проявляет к тебе какого-то должного отношения. Ну, во-первых, может, в голове нет представления, каким это отношение должно быть, да? Как, в принципе, мужчина должен относиться к женщине, потому что если я это представление создам, то есть страх, что я никогда такое отношение не встречу. И тогда у меня не будет ничего, чтобы напоминало мне личную жизнь и псевдосчастье. Поэтому я буду отказываться от избитых истин. Ну, в каждом, я не знаю, из каждого источника медийного можно сейчас понять, как мужчина должен относиться к женщине. Из каждого фильма, из каждой книги. Но я все это сделаю для себя неважным. Это не будет для меня ориентиром. Потому что мне выгодно не иметь это представление о том, как мужчина должен относиться к женщине. Еще раз, потому что если я это возьму за основу, то я не встречу этого в своей жизни и должна буду быть одна. А я буду вести себя по-другому, соглашаться на любой уровень отношения ко мне, и тогда хоть кто-то будет рядом со мной. Да? Для того, чтобы мужчина относился к тебе определенным уважительным образом, нужно что-то из себя представлять, нужно кем-то быть, нужно как-то себя развивать, нужно работать над интеллектуальной частью, да? Нужно работать над эмоциональной частью, над своим физическим обликом. То есть это очень много чего нужно сделать, чтобы была претензия на какое-то определенное отношение со стороны мужчин, понимаете? Так, все, что вы пишете, достаточно верно. Да. Добрый день. Про кого идет речь? Какую ситуацию разбирает? Вы хотите, чтобы я с самого начала, вот о чем мы сейчас говорили, рассказала вам, да? Или как? Ну вот вы присоединились позже. Подскажите, вы на что рассчитываете?
Да, она хочет быть ему нужной, полезной, поэтому она предлагает ему деньги, и потом удивляется, что он не особо стремится их вернуть, потому что, ну, связь с ней, возможно, связь с ней для него настолько, ну, мало что значит, что он ей не дорожит, понимаете? Да, она берет на себя роль заботливой, всепрощающей мамочки, в надежде, что он это оценит и что-то даст взамен. Да, конечно. Да, выгода на выгоду. Я тебе вот это предложу, а ты мне вот это дай. Хочет быть нужной, неважно кому. Правильно, 100%. Иллюзия отношений, контакта, да. Катя, почему это происходит с женщинами? Зачем им это? Первое, что я считаю. В силу, конечно, какого-то интеллектуального недоразвития. Потому что, ну, здесь же очевидно, что есть А, есть Б, есть С. Люди не хотят глубоко мыслить. Но мне кажется, у них есть это как бы заложено. Потому что здесь несложная схема, чтобы ее понять, что мужчина ведет себя некорректно, что мужчина потребитель, что к тебе он никак не относится. Ты видишь, что мужчина строит отношения с другими женщинами. Ты зачем с ним продолжаешь быть? Ты для чего ему какие-то там навязываешь свое общество? Ну, потому что проще. Потому что тогда у меня хоть кто-то есть. Понимаете, в чем дело? Самообман, ложь. То есть, когда мы оказываемся в каких-то, смотрите, девочки, когда мы оказываемся в каких-то трудных ситуациях, когда у нас в жизни негативное развитие событий, и мы оплакиваем в настоящем какие-то потери, это говорит о том, что мы где-то нарушили какие-то очень простые вещи. Мы врали себе, мы не уважали себя. Может быть, мы врали другим и не уважали других, и как ответная реакция получили то же самое. Нужно понимать, что ты и есть тоже другой человек. Мы же понимаем, что других обижать нельзя. Что какой-то там, если кто-то в духовность верит, да, там есть такой проект «Карма Лоджик» у Ситникова, можно почитать, там есть здравые мысли. Он как бы психолог, но такой одной ногой в психологии, другой ногой в эзотерике, очень правильные, крутые вещи говорит. И понимаете, вот какие-то есть законы, которые управляют человечеством, они, может быть, не доказаны, но они работают, и мы их можем наблюдать. Люди, которые отрицают эти законы, эти люди, которые не хотят, чтобы над ними что-то имело власть. Поэтому они отрицают эти законы и говорят, нет, это так не работает, да? Чтобы не было какого-то, чтобы они не чувствовали, что они должны подчиняться каким-то правилам, да? Поэтому они живут, отрицая эти явления. Ну так вот, девушка должна задавать вопрос не что... давайте вспомним, с чего все началось. Вы представляете? А началось-то все с того, что она говорит, парень обижается, как быть? Моя хорошая, это не твой парень. Поэтому то, что он на тебя там обижается, это вообще даже не твоя история. Он вообще не с тобой. Он залетный пассажир, он пришел-ушел, да, как бы у вас нет отношений, тебе нужно осознать. Да. Ну что, так, я вниз откручу. Да, вот вы точно сформулировали про отношения мужчины-женщины. А ой, конечно, проще страдать, чем работать над собой, потому что это же неопределенность, а страдание от нас ничего не требует. Страдание организовать себе – это самый простой способ. А не страдать – это самое сложное, что может быть. Не страдать и быть счастливым, быть несчастным – вообще ничего особо делать не надо. Кто-то говорит, она его кастрирует. А она его как кастрирует? Вот вы откуда вообще, с каких небес, что она его кастрирует? У нее ножниц-то нету, она вообще никого в этой жизни не может кастрировать, кроме себя, на собственную женственность. Надюш, привет. Так, ну что, друзья, мне кажется, мы разобрали эту ситуацию и можем поехать дальше. Ну что, задавайте вопросы. Лежит у меня Эрих Фромм, может, что-нибудь вам прочитать, что-нибудь такое, какую-нибудь страничку. Одиночество, выход из него. О, класс. У меня тут что-то подчеркнуто. Давайте я вам просто фразу прочитаю. Смотрите, что про одиночество Фром пишет.
Сейчас я прочитаю Фрома про одиночество, да? Это будет в тему. Мы же все рано или поздно с вами сталкиваемся с ощущением собственной изолированности. Скажите, друзья, да? Я постоянно ощущаю собственную изолированность, и именно поэтому я выключила вас, простите. И именно поэтому я так нуждаюсь в каких-то связях. И я постоянно вам про эти связи говорю, как они важны, что профессия нам может дать эти связи и так далее и тому подобное. Как интересно сейчас, друзья. Ну, давайте с самого начала, да? Исторические корни про одиночество. Смотрите, когда рождается ребенок, он покидает надежное пристанище, материнское тело, и прощается с тем состоянием, когда он еще был частью природы и жил благодаря матери. Мне кажется, это самое прекрасное чувство на свете. Неотделенность. Это истинное чувство единения на физическом уровне. Представляете, как это круто? Это круто. В момент рождения он еще симбиотически связан с матерью, и даже после рождения тесная связь между ними сохраняется значительно дольше, чем у большинства других живых существ. Тем не менее, даже после разрыва этой связи остается огромная потребность сохранить первоначальные узы, глубинная тоска по невозможному возврату в материнское тело или желание найти такую новую жизненную ситуацию, которая гарантировала бы укрытие и абсолютную безопасность. Фром – гений. Мы все стремимся к этому, да? И тот, кто чувствует себя в большей опасности, мы можем догадаться, что он стремится в большую безопасность, и порой он пытается ее организовать с теми людьми, которые совсем для этого не годятся. И дальше. Однако биологическое, а особенно нейрофизиологическое устройство, строение человека не пускают его в рай. Ну, в рай, в который он стремится. Ему остается только одна альтернатива. Либо он настаивает на своем желании вернуться назад, но за это придется платить симбиозной зависимостью от матери. Эта зависимость может быть перенесена на другой объект почитания, символизирующий мать. Это может быть земля, природа, бог, нация, бюрократическая машина и так далее. Или мужчина, да, почему-то он здесь не указывает. Либо он будет двигаться вперед и самостоятельно устраиваться в этом мире. При этом он освободится от всякого давления прошлого, установит новые связи с людьми, ощутит свое братство со всем человечеством и постепенно обрастет новыми корнями. А вот почему мне нравится выходить к вам в эфир. Даже если это виртуальные связи, но это то, что на самом деле, как мне кажется, почему мне хорошо после того, когда я побыла с вами ВКонтакте. Потому что это связи. В этом, может быть, и кроется моя безопасность. Если у меня есть связь с таким количеством людей, то я точно не одна. Понимаете? И почему я так уповаю на то, что профессия дает вам безграничные возможности испытывать эти связи и уходить от ощущения собственной изоляции и зависимости от одного объекта, с которым мы строим симбиотическую связь. Да? А осознав свою изолированность, человек должен найти новые связи со своими согражданами. От этого зависит его душевное и духовное здоровье. Без сильных эмоциональных связей с миром он будет невыносимо страдать от своего одиночества и потерянности. Но ведь в его силах установить различные формы связи с другими людьми. Так вот, мои хорошие, именно это надо понять, что это в ваших силах. Не с одним человеком устанавливать эту связь, а с другими людьми. Он может любить других людей, для этого он должен сам быть независимой и творческой личностью. Или он может установить некие симбиозные связи, то есть стать частью какой-то группы или сделать группу людей частью своего «я». В этом симбиозном союзе он стремится либо к господству над другими, это про садизм, либо к подчинению, это мазохизм. Знаете, я иногда наблюдаю за какими-то группами в социальных сетях, где люди, как завороженные, слушают спикера,
а спикер позволяет себе в очень уничижительной, такой пренебрежительной форме общаться с другими людьми, есть очень тонкая грань между тем, чтобы провокативным методом донести какую-то истину до человека, и между тем, чтобы гасить людей, унижать людей, оскорблять людей, то есть насилие какое-то эмоциональное над ними производить, и тогда они все равно к тебе стремятся как к какой-то очень яркой, сильной, бесстрашной фигуре, да, то есть есть лидер, и он символически ассоциируется с садистской частью, и мазохистические последователи, наверное, понимаете, о чем я. Если человеку закрыты и путь любви, и путь симбиоза, представляете, любить никого не может, и симбиотическую связь ни с кем не может организовать, тогда он решает эту проблему иначе. Он вступает в отношения с самим собой. Это про что, друзья? Это мы все знаем, отношения с самим собой. Вот, посмотрите, любить не может, симбиотическую связь отрицает, потому что страшно быть в зависимости от кого-то. Ну вы не пишите. Ну ладно, сейчас включу вас. Сердечки, вау! Да? Напишите, читаю. Про что пишет наш любимый Фром? Отношения с самим собой, друзья. Пишите, пожалуйста. Крутую книжку я вам читаю. Крутые кусочки. Никак не придут сообщения. Нарцисс, да, рекавери. Угу. Рекавери, да, это нарцисс. Про нарциссизм идет речь. Дальше. В результате он сам для себя становится целым миром. Еще раз, если человеку закрыты... Вы посмотрите, как круто он говорит про нарциссизм. Если человеку закрыты и путь любви, и путь симбиоза, тогда он решает эту проблему иначе. Он вступает в отношения с самим собой. Нарциссизм. В результате он сам для себя становится целым миром и любит, в кавычках, целый мир в самом себе. Вот, друзья, что мы наблюдаем. Понимаете, что мы бесконечно наблюдаем в серьезном патологическом нарциссизме. Он любит целый мир в самом себе. Им самим вообще зашибись. Но все равно депрессия потом есть. Очень интересно. Да, классная книжка. Еще раз. Эрих Фромм «Анатомия человеческой деструктивности». Я читаю страницу 304. Ему закрыт путь симбиоза, потому что он боится зависимости. Потому что он не может быть вот в таком... Вы знаете, но нужно отдать должное, что есть такие нарциссы, которые находятся все-таки в симбиотической связи. Это, например, предводители каких-то сект. Они в симбиотической связи находятся. Они не могут без своих последователей. Они ими подпитываются, свою грандиозность. Но в целом, если посмотреть, истинной связи у них все равно нет. Истинная связь у них существует только с самим собой, глубинная. Они только сами себя бесконечно интересуют. Да? Дальше. Это довольно часто встречающаяся форма самоопределения личности, которая не обрела других привязанностей. Про нарциссизм пишет. Нередко эту форму путают с садизмом, но она опасна. В экстремальных случаях она ведет к определенным формам помешательства. Последняя и злокачественная форма решения этой проблемы в сочетании с экстремальным нарциссизмом – это деструктивность, желание уничтожить всех остальных людей. Если никто, кроме меня, не существует, то нечего бояться других, и мне не нужно вступать с ними в отношения. Разрушая мир, я спасаюсь от угрозы быть уничтоженным. Вот она, история про Гитлера, друзья. Высший уровень деструктизма, деструктивизма. Это все от страха. Понимаете, какая суть? Вот такая вот история, да? Дальше читаем. Чувство единения.
Катя, нарцисс осознает, что он в себе? Ну, конечно, он в себе. Если он на психотическом уровне, то он не осознает. А если на пограничном и на этом самом, на невротическом, все он осознает. Читаем дальше. Смотрите, про чувство единения какая мысль. Экзистенциальная раздвоенность человека была бы невыносима, если бы он не мог установить единство с самим собой. То есть, помните, я постоянно вам говорю, ты должен быть интересен себе, ты должен быть нужен себе. То есть, с самим собой контакт должен быть. То есть, ты к себе должен относиться как к другому. Ты и есть у себя плюс один. То есть, как будто бы напротив самого себя становиться и выстраивать отношения с самим собой. Такая раздвоенность. Однако есть немало возможностей обрести единство. Человек может отключить свое сознание, приводя себя в состояние экстаза или транса. Это достигается с помощью наркотиков. Да, человек пытается обрести единство через какие-то вот такие способы. Ага, дальше. Через что мы единство еще приобретаем, да? Достигается с помощью наркотиков, сексуальных оргий, поста, танца и многих других ритуалов, которые достаточно распространены в различных культурах. Он может также попытаться идентифицировать себя с животным. Кстати, вы знаете такого человека, вы тут меня спрашивали, который образ животного себе наколол. Чтобы таким образом вернуть утраченную гармонию с природой. Этот способ обретения единства лежит в основе многих примитивных религий, когда древний вождь племени изображал какое-то священное животное, надевая его маску и всем своим поведением отождествляя себя со зверем. Да, идентичность люди пытаются свою создать хоть каким-то образом. Кто я, отвечая себе на вопрос. Я как? Там тигр, там лев, кошка. Целостность может быть достигнута и другим путем, например, когда человек всю свою энергию направляет на служение одной всепожирающей страсти, например, к деньгам, к власти, к славе или к разрушению. Здесь тоже человек обретает целостность. Любая подобная попытка восстановить свою целостность имеет целью отключения разума. Все служит этой цели, но все эти попытки обречены. Трагизм состоит в том, что независимо от того, длится ли это состояние недолго, как опьянение или транс, или носит более длительный характер, как ревность, ненависть, жажда власти. Любая мания делает человека калекой, отрывает его от других людей, пожирает его, ставит в зависимость от его страсти так же сильно, как наркомания. То есть мы-то с вами понимаем, что зависимые отношения – это вот этот способ обретения единства, и за это ощущение единства мы готовы чем платить? Собой, собственной жизнью. И это разрушает. Всегда есть побочки. Есть только один путь к целостности, который не делает человека инвалидом. Эта попытка была предпринята в первом тысячелетии до Христа во всех высокоразвитых цивилизациях – в Китае, Индии, Египте, Палестине и Греции. Великие религии, которые выросли на почве этих культур, учили, что никакое забытье, отключение сознания, не спасет человека от внутреннего раздвоения. Единство достижимо лишь на пути всестороннего развития разума, а также способности любить. Как бы велики ни были различия между даосизмом, буддизмом, пророческим иудаизмом и евангелическим христианством, все эти религии имеют общую цель – дать человеку чувство единения, и притом не ценой возврата к животному существованию, а путем собственного человеческого самовыражения в единстве с природой, со своими согражданами и так далее. Ну, такая мысль. Угу. Так, что вы об этом думаете, друзья? Вот смотрите про эффективность фраза. Быть эффективным, следовательно, значит что-то совершать, осуществлять, реализовывать, выполнять. И то есть быть способным к действию. Вот. Категорически не понимаю, как на уровне ощущений сгенерировать интерес к себе и нужность к себе. Ну, смотрите, а вы себе нужны для того, чтобы жить? Для того, чтобы что-то делать? Для того, чтобы просто появиться где-то? Как вы без себя что-то способны в этой жизни сделать? Понимаете? То есть,
Если я проявляю интерес к этому миру, я через что его проявляю? Через себя, через свою личность. Значит, она мне нужна. Но просто мне нечем жить-то, кроме того, что у меня есть я. Понимаете, в чем идея? То есть, мне кажется, тут вам надо на смыслы разложить, о чем это вообще быть нужным себе. Я себе нужна, чтобы делать классные вещи, чтобы потом получать от них удовольствие. Но если меня нет, то кто за меня это сделает? Моя душа сама по себе-то без тела, она как бы не работает. Такое есть у меня представление. Автор Эрих Фромм. Ну что ты, мой хороший, до сих пор не понял, что мы про Эриха Фромма? А я, знаете, как вам читаю? Вот я листаю, листаю, у меня тут карандашком что-то подчеркнуто. Если это карандашком подчеркнуто, это так говорит о чем? Что я выпала в осадок, когда прочитала эту мысль там 5 или 6 лет назад. Это 6 лет назад было, я читала эти книжки. А когда я не стала еще психологом, я могу вам так сказать, что я вообще не понимала, про что это пишут. Мне было непонятно, про что здесь написано. Мне нужно было научиться понимать этот язык. Так, хорошо. А, вы только включились. Эрих Фромм. Страх не всегда из детства. Точно не всегда. Ничего говорить не хочется, хочется просто слушать. Катя, спасибо вам огромное за вашу миссию. Пожалуйста, проводите больше примеров из вашей практики, в которых люди выбрались из деструктивных сценариев. Это мотивирует. Всегда одна и та же схема. Человек стал интересен себе, занялся собой, применением себя в какой-то области, сделал это как бы способом, на что он может опереться, не способом, а это не способом он сделал, он сделал это основу, на что некую основу поимел, да, и после этого он перестал так остро нуждаться в другом. Понимаете, в чем история? Мы можем перестать нуждаться в другом, если у нас еще что-то в этой жизни есть, помимо только отношений. Отношения, они вообще только отчасти закрывают наши дефициты, даже очень хорошие отношения. А в основном миссия, деятельность, увлечение, интерес, исследовательский импульс. Люди говорят, а мне ничего не интересно. Все. Ничего не интересно, так это ж надо научить себя еще интересоваться чем-то. У кого-то это из семьи идет, да? Людям интересно познание. Но это высший уровень проявления человечества. Это, знаете, кстати, такой интерес, который не удовлетворяется никогда. Познание ради познания. Сейчас еще что-нибудь найду тут, от чего я получала удовольствие. Садизм. Садистский характер боится всего того, что ненадежно и непредсказуемо, что сулит неожиданности, которые потребуют от него нестандартных решений и действий, поэтому он боится самой жизни. Жизнь пугает его, потому что она по сути своей непредсказуемая. Она хорошо устроена, но ее сложно планировать в жизни. В жизни ясно только одно – что все люди смертны. Любовь также непредсказуема. Быть любимым предполагает возможность любить. Любить себя самого, любить другого. Пытаться вызвать у другого чувство любви и так далее. При слове «любить» всегда подразумевается риск. Опасность быть отвергнутым, просчитаться. Поэтому садист способен любить только при условии своего господства над другим человеком. То есть, зная свою власть над предметом своей любви. Садистский характер всегда связан с ксенофобией и неофобией. Все чужое, новое представляет некий интерес, но в то же время вызывает страх, подозрительность и отрицание, ибо требует неординарных решений, живых человеческих реакций. Представляете, как круто он говорит про садизм? Почему многие люди не способны любить? Вот поэтому. Есть еще один важный элемент в синдроме садизма. Составляют готовность подчиняться... А подождите. Есть еще один важный элемент в синдроме садизма. Составляют готовность подчиняться и трусость. Это звучит как парадокс. Когда говорят, что садист
легко подчиняющийся человек, однако данное явление с точки зрения диалектики вполне закономерно, ведь человек становится садистом от того, что чувствует себя импотентом, неспособным к жизни. Он пытается компенсировать этот недостаток тем, что приобретает огромную власть над людьми, и тем самым он превращает в Бога того жалкого червя, которым он сам себя чувствует. Но даже садист, наделенный властью, страдает от своей человеческой импотенции. Он может убивать и мучить, но он остается несчастным, одиноким и полным страхов. Страхов человеком, который испытывает потребность в том, чтобы подчиниться еще более мощной власти. Да, это почему иногда психопаты кому-то, маме, например, своей подчиняются. Для тех, кто стоял на ступеньку ниже Гитлера, фюрер был высшей властью. Для самого Гитлера высшей силой были провидения и законы эволюции. Потребность в подчинении уходит корнями в мазохизм. Да, слушайте, в каждом садисте есть огромная часть мазохизма. Взаимосвязь садизма и мазохизма очевидна, но с точки зрения бихевиоризма, ну это направление в психологии, они являются противоположностями. В действительности же это два различных аспекта одной и той же основной ситуации. Ощущение экзистенциальной и витальной импотенции. Ну экзистенциальной, сложно вам это объяснить, но ну, жизненной. Как садист, так и мазохист нуждаются в другом существе. Как садист, так и мазохист нуждаются в другом существе, которое может, так сказать, их дополнить. Садист дополняет сам себя при помощи другого существа. Мазохист сам себя делает дополнением другого существа. Оба ищут символических связей, так как каждый из них не имеет стержня внутри себя. Хотя садист вроде бы не зависит от своей жертвы, на самом деле она ему необходима, он в ней нуждается, но ощущает, эту потребность в извращенной форме, друзья. Из-за тесной связи между садизмом и мазохизмом будет правильнее говорить о садомазохистическом характере. Да? Не просто мы говорим там садист или мазохист, а садомазохист надо все-таки говорить. Из-за тесной связи. Хотя ясно, что у каждого конкретного лица преобладающим является что-то одно, один аспект. Садомазохистический характер можно еще назвать авторитарным, если перейти от психологической характеристики к политической. Ладно, на сегодня хватит чтения. Завтра продолжим. Отвечаю на вопросы. Ох, сколько тут, господи. Снизу. Фильм на эту тему «Ночной портье». Классика, иллюстрация прямо к статье. Это книга. Катя, это нормально, что человек о прошлом думает, как такое вообще могло быть? Да, это «Анатомия страсти». Не совсем поняла. Да, в мазохизме есть садистическая часть. Конечно, как только появляется жертва, сразу появляется садист. Потому что что? Мазохизм подразумевает, что над тобой будут издеваться. Ты занимаешь позицию, в которой над тобой будут издеваться. Значит, в этом... Помните, я всегда говорила, что жертва, она негуманна. Почему она негуманна? Потому что она позволяет насилие другими, чужими руками над собой. В этом и заключается ее проявление садизма. Это парное явление. Про конфликты особенно актуален был прямой эфир. Образование первый инженер. Физмат закончила. Так. Хорошо, если есть какие-то вопросы, попробуйте задать. Сейчас я в таком режиме могу вам ответить. Сколько времени мы с вами? Ага, нормально, еще у нас есть времечко. Угу. Катя, нарцисс может поменять свое поведение, если выставить границы? Как надолго его хватит? Надо знать, на каком уровне нарцисс, да, там, насколько он, насколько его нарциссизм явно проявлен и какие аспекты он утратил в силу своего нарциссизма. Но я точно знаю, что нарцисс, по идее, это такая личность, которая может привить себе другие
сценарий поведения, но в кризисы, когда будет какая-то для него лично кризисная ситуация, эмоциональный кризис, финансовый кризис, я не знаю, кризис какой-то, он войдет в этот кризис, в сложную ситуацию, он, скорее всего, 99%, что проявится в этой ситуации как нарцисс. То есть он будет блюсти в первую очередь собственные интересы, пренебрегая вашими. Так, а каковы причины становления нарциссического характера? Ну, это вы какие-то элементарные вопросы задаете, это вам нужно. Почитайте, пожалуйста, это в интернете-то полно. При глубоких травмах в какой период обычно восстанавливаются клиенты, понимая, что у всех разные состояния и ресурсы? Смотря каких травм. Какие травмы? Травмы чего? Может быть, травма, может быть, у человека было сексуальное насилие, а может быть, травма была эмоциональное насилие. От личности зависит. Личность хрупкая, более устойчивая. Личность выражает свои эмоции, блокирует их. Невозможно так сказать. Как считаете, знания избавляют от страдания? Спасибо. Да. Я считаю, что правильные знания, правильная оценка ситуации – это способность самому себе помочь. Я думаю, что не то чтобы избавляют, но дают большую возможность справиться с трудными ситуациями. Как наименее деструктивно для себя общаться с психопатом или нарциссом в деловых ситуациях? Никак. Вы будете всегда получать от нарцисса и психопата травмирующие вас послания. Никак. Не нужно с ними общаться. Вы не сможете. Если бы, вы понимаете, вы решили так. Вы знаете, что с ними надо не общаться, поэтому тогда по-другому задам вопрос. А как с наименьшим вредом для себя продолжить с ними общаться? Никак. Вопрос о вашем самоуважении. Если вы, знаете, это как говорится, ну а как все-таки выйти на 100-градусный мороз и не заболеть? Никак. Не надо туда выходить. Вот это вопрос к вам. Зачем я пытаюсь не так-так эдак найти для себя? То есть надо жизнь свою изменить, чтобы с ними не общаться? Надо перестроить свою вселенную, чтобы с ними не общаться? Кто-то мне говорит, ну я не могу с ним не общаться, он мой начальник. Ну а что, в этом мире единственное место работы, что ли? Все, пока он ваш начальник, и вы считаете, что вы не можете с ним не общаться, вы что-то главное про себя не поняли? Это же не война, это же не единственный кусочек хлеба. Что вы, друзья? С таким садомазохизмом развелась, с таким садомазохистом развелась 2 года назад, достает до сих пор. Бежать в другой город 50 лет. Границы выставляете, он достает вас, потому что вас достать можно, вот и все. Он же знает, что вы отреагируете. Что, не умеете в бан, что ли, ставить? Как не общаться с тем, с кем ты не хочешь общаться? Не общаться. Не надо общаться. Смотрите, не уловила толком одну мысль про спикеров, которые могут унижать людей, клиентов. Как увидеть и понять эту грань? Хочет ли терапевт себе помочь или просто унижает, самоутверждается? Но процентное соотношение унижений или жесткого какого-то обратного посыла, ну, должна быть минимальной. Но бывает, иногда человек сэмоционалил, да, там, проявил свой характер, свою какую-то непроработанность. Но если общение строится на самовозвышении. Я знаю, как жить, а ты, ничтожество проклятое, вообще ничего не понимаешь. Иди подумай, а потом возвращайся, если до тебя что-то дойдет. Манера. Через манеру, через ощущение, которое у вас рождается с этим человеком. Да? То есть через процентное соотношение, да, там, грубости, жесткости и все-таки контакта живого, человеческого, да. Тут такая история, но если ты спикер, да, если ты формируешь аудиторию, то она-то тебе, зачем нужна эта аудитория? Чтобы как-то все-таки с этой аудиторией взаимодействовать. Если тебя 80% твоего общения – это твое раздражение на аудиторию и возмущение их беспросветной глупостью, то, скорее всего, ты тоже жертва, потому что ты испытываешь постоянную какую-то негативную эмоцию, но ты находишься с этой аудиторией, опять же таки, в симбиотической связи, потому что ты без них не можешь, они тебе зачем-то нужны, они что-то тебе дают, ты без них что-то про себя понять не можешь.
Это, кстати, очень много мужчин ведут себя очень... Мужчины, которые пытаются учить женщин, как жить, и, казалось бы, да, пожалуйста, учи, но идет через унижение, да, через самовозвышение и через унижение тех, кто пришел. Дистанция между спикером и слушателем искусственно увеличивается, дабы почерпнуть свой собственный авторитет и заполучить еще большую власть. Авторитарный режим. Я, наверное, завтра, может быть, сделаю. Нет, завтра, может, не знаю, мы с вами подумаем. По поводу того, как я стала психологом, нет, мне кажется, в отпуске я сделаю, постараюсь этот эфир, потому что это такая будет очень большая личная история. Мне так повезло с психоаналитиком. Вот если у вас психоаналитик и вы с ним дружите, то это не психоаналитик, потому что психоанализ вообще не подразумевает никакого, даже минимального личного контакта. Это нарушение сути этого метода. Спасибо вам за то, что вам нравится. Ага, та-та-та. Завтра, ну, с 11 до 12 попробуем. Там такое. Оставила в игнор полный истерики и панические атаки через родственников, выслеживает, угрожает. Если вам кто-то угрожает, нужно обратиться в полицию. А какая разница, что он? Ну и что, что у него истерики? Ну, вы до сих пор с ним в связи. То есть, если кто-то истерит по поводу того, что я не хочу с ним общаться, мне вообще фиолетово. Пускай хоть убьется об стену, хоть что угодно с собой сделает. Это его ответственность. Вам это зачем? Ну, вам зачем-то это нужно, вы же себя хорошей хотите почувствовать таким образом. Кать, если я все время встречаюсь с мужчинами младше, это патология? Ну, младше на сколько? Я не думаю, что вообще такие какие-то... Вот такой какой-то один момент может говорить о какой-то патологии. Чтобы поставить человеку какую-то патологию характера, там должно быть... В зависимости от диагноза должно быть целый перечень. То есть мы не можем одно проявление личности без самой личности рассмотреть и сказать, это как бы патология. Это неправильно. Да. Катя, в отпуске надо отдыхать, не над темами эфира для нас думать. А я не буду думать над темами эфира, они рождаются молниеносно, вот чего-чего, а с этим вообще нет проблем. И для меня отдых – это быть эффективной. Это сделать что-то, что даст мне чувство удовлетворения от того, как я прожила день. Если прожигание просто времени впустую и не работа над своим развитием, над своим будущим, для кого-то отдых, для меня нет. Для меня это скука, потерянное время, да, то есть я, например, когда что-то познаю, читаю, у меня огромное желание с этим поделиться, вынести это как бы на публику, потому что мне кажется, это очень круто, это какая-то мысль, у меня стимул идет, да, а просто там ничего не делать, так это зачем? Чего в этом прекрасного в ничего не делании? Есть сложная работа, это прием. Да, там, это сессия. Это очень сложная, ювелирная, непростая, эмоционально затратная работа. Выйти в эфир и поговорить с вами, так это ж кайф сплошной. Алекситимия, можно ли с этим справиться? Первое, что хочется сказать, нет, но нужно изучать степень ее проявления в человеке. Очень многие люди вообще неправильно. Да, иди сюда. Неправильно себе ставят этот диагноз или кому-то. Хорошо, друзья. Ну что, я с вами прощаюсь, потому что здесь уже что-то мне тут требуют от меня, тут много чего. Было приятно всех вас видеть. Я не уверена, что завтра точно будет эфир, но постараюсь. Спасибо, до свидания.